Тем временем Министерство нацэкономики готовит новый пакет мер поддержки для бизнеса. Об этом сегодня заявил экономист Рахим Ошакбаев. По его информации, которую озвучили на экстренном онлайн-совещании, у бизнеса есть возможность до конца недели внести свои предложения по желаемым преференциям через Нацпалату предпринимателей Атамекен. В частности, в качестве нового получателя налоговых преференций рассматривают IT-компании. Сектор оказался, что называется, за бортом первого пакета мер поддержки, когда некоторые отрасли освободили от уплаты налогов до 1 октября.